Здравствуйте, с вами Акил Калшин 6, и одно прохождение игры Liberty City Stories GTA. Ну вот мы и начинаем. У-ху-ху. Здравствуйте. Всем привет, с вами я Килка 806 или 806. Угу. И это у нас загружается игра. Да, мы как всегда где-то и как лохим. Встали, помылись, уже телек посмотрели, как вы уже убедились. Смотрим, у нас здесь пусто. Что я машину не довез. Она не влезла. Мы как любой GTA-шник. Можем взять машину где угодно, но самое главное не около мента, но какая нам разница? Прыгаем. А мы вышли, пожалуй. Уже пошли вы, толпа Liberty. И оно не работает. Вырубить. У меня с звуком в этой игре проблемы. А ты, да ну куда этот дебил едет? Идиот вонючий, блин. Гамадрил, блин. Пропустите, я на мопеде. А почему он на мопеде? Потому что он педик. Какой я тебе педик? Пошел нахер. Ладно, вылетаем. А, ёп! Пип! А чисто, когда я хочу поматериться, буду нажимать на звонок. Иногда будет вылетать. Уху. Буху-ху. И что у нас здесь? У нас здесь заставка. Прошло 3 минуты. Извини. О, что за черт? Таня, ты мне дашь отдохнуть или нет? У меня и так есть проблемы, и мне бы хотелось, чтобы это было. Ты все еще здесь, понимаешь? И я все ненавижу. Короче, пошел он нафиг. Будем выполнять его миссию. Берем наш. Наш. Ну, уже не наш. Ну, старый. Не наш. А сейчас наш. Мопеш. Мопед. Мопед. Пед. Педрил, блин, ну что он тормоз нажимает? Чего они все тут напердели, блин? Уху, мы встанем на мопед, пока нам яйца не оторвет. Ну вот это оторвалось. О, посмотрите, как он убежал. Наверное, такси приехало. Слушайте, нет, не такси, там кто-то сдох. Вдруг это я его убил. Полиция, я убил человека. Ай. Пропустите. О, мы куда-то приехали. Ух ты, что здесь будет? Держись отсюда, подальше. Нажми кнопку кружок. А, не видно. А, с ним нужно драться. О, мы представим. Да блин, что мне не тогда? Давай, к тебе подходит настоящий Тони. Ты что ты головой своей дерешься? Я тебе и так думаю. Мы круто деремся с ним. Отлично, бум. Хочешь еще, придурок? Да, хочу. Ух ты. Убегаем сюда. И что же сейчас будет? Там есть... Тут есть с каждой стороны по такому человеку. Бум, бум. Ты упадешь уже. На колени, черт. Гад, на колени! Бум, по яйкам тебе. Леон заправляет в городе и больше никто. Ты меня понял, придурок? Ну, типа, он уже умер, он говорит. Ух ты, вон он. Один момент. Хочу попробовать то, что никогда не получалось. Ура! Получилось. Задание выполнено. Ага. Ага. Мы не знаем, правда? Желтый знак означает, что нас преследуют.
Чем более зрачков, тем усерднее охотятся за тобой. Что мы едем домой храпеть теперь. Мы уже по ихнему уже 2 часа. Тусуемся! Нет, 5. Сегодня я в школе упал. Шука. Ну а тот парень упал от моего колеса. Ух ты, у меня такого нет. Аллилуйя! Аллилуйя, 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 аллилуйя. Вот как мы красиво вылетели. Из моего гаража никто не вылетал еще. Да ёпарасота, чё за пип! Не закрывайся, идиот, блин. Пи-пи-пи, та-та-та-там. Там-та-та-там. Тум-та-тан, идем. Идем к мосту. Мы идем к мосту. Мы идем в кровать спать. А, потопчемся по ветеранам ножки и будем спать. Кто это? Кто это, угадайте? Да не слышу ответа, кто это? Ну кто это? Все равно мне не ответите. Ну ладно. Попробуйте написать в комментариях, кто это. Это Писпи. Да. Ладно, с вами был я, Килка 806, или как вы хотите, 806. Да, кстати, хочу поблагодарить канал Брайан Фёрст за то, что он делает такие классные видео. И похвалить, и поблагодарить. Ладно, до свидания.